Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Дэн, да, и вы находитесь на канале Дэн Миша, только с вами работает Дэн. Итак, сегодня я вам покажу, вот видите, на своем экране видео город Комсомольск. Это самый, как говорится, называю крупный город у меня на карте. Да, хотя, мне кажется, Дзержинский крупный, но Комсомольск, он, мне кажется, еще крупнее. Итак, ребят. Итак, ну, что сказать. Вот здесь заканчивается Новорязанское... Не, не заканчивается Новорязанское шоссе, а Дзержинский заканчивается. Это часть его Дзержинского, да. Почему я здесь заспаунился? Показываем сюда. Единственное, что очень хороший мост. Да. И... Здесь вот очень красивый мост, сейчас покажу, какой он даже. Вот. Посмотрите, какой он красивый. Сам строил, ребят. Я сейчас тут сам строил. Сейчас сам строил. Там вот. Там вот, ну понятно, как вам объяснить нужно. Ну. Здесь опоры для моста старого остались. Да. Итак, ребят. Итак, показываю. Ну, тут съезд, ё-мо. Тут автостанция Гагаринская. Это станция метро Гагаринская. Да. Здесь автостанция Гагаринская. Здесь выезд. Да, вот тут вот выезд. Тут на трассу выезд. Раз. Да. Так, это заправка Татнефть. Да. Это заправка Татнефть. Ну, что тут обычно? Еще она обычная заправка. Там все. Колонки вот эти вот. Здесь вот, ну, 95-й, 92-й дизель, бензин, да. Вот так. Здесь, ничего, здесь парк просто, да. А здесь эстакада, типа, можно сказать, ее здесь опускается на эстакаду. Да. Здесь дом обычный, здесь вот пиковский дом один, хотя раньше хотели один еще один дом построить, и все. Это магазин, да. Да. Это парковка, я его сейчас покажу, сам магазин. Ну, вот такой вот магазин. И все. Что-то сказать-то нечего, это еще. Там обычный магазин, и все. Ну, тут типа, как можно сказать, парк небольшой на берегу. Это станция Южная. Здесь автостанция Южная. Это кинотеатр, который должен был, ну, открыться. Здесь вообще то, что второй этаж надо строить. И вот решили второй этаж делать. Это стадион. Это вот новый. Второй мост. Как говорится. Это второй мост. Ну да. Это второй мост, чтобы выехать. Как раз из Дзержинского. Тут там постоянно пробки вот здесь вот объезжают иногда. Да. Это станция Третьяковская. Да. Здесь вот спуск, как раз я рисую здесь деревья, кстати, просто все. Здесь вот парк большой, разбил я. А это ракеты, да. Кстати, ребят, если я слизь поставлю, наблюдатели, ну вот они. Да, здесь вместо этой цемент поставлю, то, прикиньте, она взлетит, да, я пробовала, она взлетает, да. Покажу, я вам покажу, когда в поле буду. Да. Ну, в следующих выпусках там. Это кран, тут монстр второй этаж. Смотрите, какой кран я построил, да. А других у меня нет. Ну, вот этих. Ну, противовеса. Не самого противовеса, а вот, ну, кстати. А вот эти вот крепежи, вот. Я не, сказать просто не могу неправильно никак. А других мне кранов нету, а вот на этом есть. Это старый наш кран еще. Это двор такой, типа, можно сказать, как парк, да. Ну, это дома, а тут уже застройщик строил, который уже давно не строит дома, да, 53 дома. И, ребята, извиняюсь, что я камеру тут дергаю, там у меня просто из-за мышки, я ее дергаю, и все. Вот так. Все. Это двор обычный. Так, ну это, как можно сказать, тут, это трехэтажки, как видите, но на самом деле я их прям как считаю, это как пятиэтажки. Ну, просто пятиэтажки, они уже высокие, вот как те дома, вот. А эти прям похожи на пятиэтажки. Вот. За что, ребята, я хочу сказать, то, что у меня версия 1.12.2 на Майнкрафте. Ну, тут станция Котельники. И все. Это, кстати, гимназия номер один во всем округе.
она первая будет у нас открыта. Она ничем не соединена. Здесь кабинет обычный, все. Это небоскреб. Да. Это, кстати, единственный небоскреб, который остался. Да. Здесь парк. Вот, кстати, отсюда. Просто раньше вот здесь вот трасса, она просто проходила вот так вот. Хоп, вот и там вот, и дальше там трасса. Здесь раньше две стороны народ шли. А посередине шел бульвар, можно сказать. И выход из метро Котельники. Но потом это убрали, потому что трасса же развивается, дальше строится. Вот ее продали вот так вот. А небоскреб здесь старый снесли из-за того, что там ничего не делали, там просто хотели офис раньше строить, не построили, можно сказать. А здесь небоскреб просто обычный, здесь парк вот маленький. Ну, да. Здесь, кстати, можно сказать, набережная. А, кстати, тоже Комсомольская, вот маленькая часть, вот эта вот, Комсомольская, да. Это станция Окская, да, здесь типа парк, это станция Юго-Восточная. Это типа островок, здесь был остров, а его сделали, что остров, да. Это мостик. Только не брать, это нельзя было пройти никак. Касанское косино. Тут гора, которая скоро будет сносить. Тут дом вот строится, вот, да. Вот видите, вот о чем говорят, нет мне этой, так вот. Да, здесь дом строится, вот тут еще один дом, да, а тут магазин Дикси, сейчас вам покажу, кстати, магазин Дикси, так, обычный магазин, видите, и все, обычный магазин, и, кстати, видите, я кабину начал делать, да, кабину начал делать, это станция Касино, электричка, которая станет в будущем, МЦД, так сказать, здесь теперь кто все не оборачивается. Там город выговорит. Жители, скажите, а как вы считаете, Комсомольск он лучше, чем Дзержинский? Или Дзержинский лучше, чем Комсомольск? Ну, я не знаю, я просто... Ну, что я хочу сказать? Ну, мне кажется, Комсомольск он лучше, потому что, ну, здесь и церковь, вот как видите, вот сзади, посмотрите, вот... камерой, вот, знаете, вот там вот, не церковь, а храм, наоборот, и он еще большой, а в Дзержинском даже ни одного храма нету, еще в Комсомольске тут ЗАГС есть, а в Дзержинском вообще нету, есть даже электричка есть, а в Дзержинском ее нету, ну, конечно, метро и в Комсомольске тут, и в Дзержинском это сделано. Ну, что тут? Хочу сказать, что... Ну, что тут? Рынок есть. И парки, да, и точно магазин, кстати, вот. Ну, это все есть, вот. Только единственное, что в Комсомольске нет, это сцена, когда день города проводят, то проводят его очень здесь, а просто в Дзержинском. Они так вот даже у нас тут проводят, а просто, ну, перекрутуются и делают его. Это вся интернет, кстати, спасибо, что меня взяли. Да не, что, житель. Ладно, идите. Идите. Хорошо вам сегодня. И вам тоже. Так что делаем. Здесь двор, кстати. А это детский садик. Да. Там в детском садике, что там показывать? Ну, калитка, вот. Одну сторону такой же. А в другой стороне то же самое, просто сказал. Ну, что тут, ну, один кабинет покажу, только вот. Ну, вот, один такой кабинет. Так, кстати, давай, можно сказать, да. Видите, что там надо менять. Ну, как вы видели, сейчас на втором этаже, тут видите мостик, да. Да, блин, неудобно мышку не делать. Извиняюсь, что я так медленно кручу, и странно, то есть. Неудобно. Это храм, можно сказать, да. Это храм. Сейчас покажу. Это рынок, кстати. Там они обычно что там. Сейчас это рынок. Ну вон, видите, как он сделан там. Все. Это вот рынок. Рынок сделан. Здесь вот свечки можно купить, да. Это типа эти, ну, эти, ну. Где эти? Ну, кому молимся в храмах, вот здесь вот они висят. Эти, ну, картины, я не знаю, как они просто называются. Да, а здесь можно книгу или вот
магнитик купить в честь этого, ну, в честь храма. А здесь вот, как вы знаете, в храмах или в церквях даже есть такие вот, есть такие, о, иконы вспомнил. Есть такие иконы, которые кладут здесь и молятся. Ну, а я вот здесь типа, примерно сделал так. Да, здесь иконы висят. Свечки тут можно поставить, но свет не ставил. Ну, а тут типа, как можно сказать, батюшки там расположатся. Тут они, отдых у них типа. Да. Сюда обычным посетителям нельзя. Ну, нам можно. Все, никого нет. Тут, конечно, с разрешением, наверное, там. Здесь парк маленький, чуть разбили. Вдоль дороги. Да. Здесь проводик вот один сделали. Да. А здесь потом будет автобусный этот автопарк. Пока он строится еще тут. Здесь парк типа. Это станция депо Руднева, а та станция вот электричка блока Хино. Как видите, тут что-то желтый такой висит на заборе. Ну, тут просто написано, что она... Просто с конца июля до 30 августа они будут закрыты на ремонт, и они их будут, типа, под МЦД делать, ну, под современную линию. И да, и вот на ремонт закрыты. Да. И вы спросите, куда дальше пути идут там вниз. Сейчас увидите. Это депо Руднева, 6-й линии от Канеда. Вот и тут. Как раз, да. Сейчас мы за пределы этого Комсомольского района, ну тут дом строят, вот тут там еще один стоит, да. Детская площадка, двор, ну тут два дома, и такой же дом, вот такой же вот так, здесь строят. Здесь станция Ухмановская, здесь улица Дмитриевского, а здесь пересадочный узел улицы Дмитриевского, где автобусы стоят, цветочный магазин, да. Здесь, что, покажу, даже... Видите, как он здесь. А, кстати, я сейчас покажу, просто никто не знает, как выглядит сам... А, закрыл же. Сейчас, минутку, ребят. Ну, короче, там обычный холодильник. Вы знаете, там... Короче, нам сказали, что сюда нельзя, а то заморозитесь там. И сказали, нельзя нам туда идти. Да. И, короче, тут обычный двор. Ну, а тут просто парк, типа, деревья посадили. Ну, вот эти пятиэтажки, можно сказать. Ну, хотя трехэтажки. Дом еще один. А это, кстати, ну, дерево тоже разбили. А это, кстати, скажу вам, это... Сейчас нас же догадались. Это вода, да. У меня просто... У меня бабушка живет. У меня в городе бабушка живет. И после ее дома просто там такая тоже... Есть такое здание, где, ну, маленькое помещение, можно сказать, и там воду набирают, да, ну, решил здесь тоже делать, так что, да. У меня в городе здесь, в Комсомольске, две, ну, такое здание с водой стоят, да. Так, ну, здесь у нас, что у нас тут? Пятерочка, да, ну, там, она тесная, очень скажу, вот, такой аренду дали, вот, вот она, пятерочка, все. Ребят, извиняюсь, дайте, не могу никак. Здесь жителя нету. Сейчас, минутку, подождите. Ну, как видите, житель просто отходил, он курил просто, и вот, видите, вот пришел. Да. Здесь типа проспект какой-то идет, ну, скорее. Зеревце вот. Здесь дура, там, ну, пятиэтажка. Это дом с моего дома, с моего города, да. Вот так вот дом у меня, город стоит. Да. Здесь вот дом. Короче, да. А здесь у нас... Так, сейчас закроем. Здесь у нас аптека. Да. Здесь у нас парикмахерская. Да, ну, здесь всё. Закрыто там. Так. Ну, это здесь, как говорится, я назвал это улица Ленина. А это, спросили, это что, тоже метро? Нет, это не метро. Ребят, это магазин обуви, да, с 9 до 9, до 7 работает, ну, вот так вот магазинчик обычный, да. А там склад просто, здесь касса, да, перестроим, так, ну, здесь Сбербанк, банк, короче, Сбербанк, Галима тут ходит. Ненормальные, в банк хотят деньги снять. Подождут, скажем.
Отсюда обычный банкомат и все. А там под ними сундук находится, там деньги. Обычный Сбербанк. А здесь НТМ, можно сказать, да. НТМ обычно. Здесь вот кассу, где можно принять. Здесь так, что у нас? Жители, где пройти? Вообще-то интервью. Заметьте, сейчас смотрите. Видите, сколько их там много? А вы говорите, то, что жителей так много, ёлки-палки. Вон, их сколько мало, конечно. Так, ну здесь обычные. Ну, здесь, блин, как выйти, я забыл. Здесь НТМ просто обычная больница, типа маленькая. Ну, здесь дома, вот, здесь дворик. Все, да, вот. Вот, кстати, еще одна вода, как я говорил. Вот еще одна вода. Так, а что-то я что-то сюда бок не поставил. Забыл. Вот, здесь метро Сити. Да, ну что, можно заметить, метро Сити. Парковка. Так, сейчас. Метро обычное, да. Мне кажется, тут вот полки. Очень большой магазин. В городе самый большой. А здесь вот типа вот там продукты, там вот это вот все. Ну, с деревни, которые с полей. Вот. Здесь выпечка. Здесь вот холодильники. Холодильники, да. Тут не строительный магазин, город еще. Вот этот. Вот такого. Да, здесь парк просто. Ну. А это администрация, можно сказать. Района и Дзержинского там и этого да и Комсомольска тоже. Здесь раздевалка, вот, да, здесь охранник сидит просто, да, охранник сидит. Ну а что, здесь ЗАГС, можно сказать, да, здесь ЗАГС, здесь раздевалка. На второй этаж там запрещено ходить, там только этим работникам можно ходить, там как раз администрация вот. Здесь станция прачка, а здесь вот просто парковка. Да, это станция прачка, конечно. Зеленый день. А котельники там, конечно, красные. Да. Здесь вот памятник Великой Отечественной войне, героям, которые погибли, вещи на огонь стоит. Ну а здесь Лерой Мерлен, да. Как раз. Да, я забыл про него сказать. Это Лерой Мерлен, тут парковка обычная. Итак. Так, ну, поднимаемся, ну вот, магазин весь. Здесь пойдем, то что я понял, уж как идти, ну да. Так, там один точный, полки обычно. Здесь там склад, типа, да, можно. А здесь вот касса обычно. Прям, смотрите, прям зеленые жители, прям под цвет. Прям попали. Ага, да. Так, ну ничего, мы этот часть вот города мы завершили, здесь вот дом, все такое. Вот пятиэтажки, еще один тут дом. Хотя я в городе мусорки ставлю, если что. А, тут просто аллея, ну какая-нибудь, тут спортивная площадка, тут дома, вот пятиэтажные. Не, не пятиэтажная, просто как-то заняла. Вот здесь высокие дома. Здесь площадка детская, да, и все. Сказать, что еще можно. Ну, это весь Комсомольск, да, вот. Здесь, кстати, потом набережная планируется делать. А вот здесь потом телецентр будет строиться, да. Как я говорил, когда удалился мир, и вот, вот. Кстати, ребят. А, я же говорю вам уже, да. Вот это, кстати, трасса, вот, которая идет вот, вот из Тишинска, да. А вот там парковка, и там вот уже тут остатки древнейшей деревни, да и даже крепости. Деревни Островок, да. Здесь так и называется, значит, там остров, да. А здесь вот просто парк, аллеи, вот, да. Да, вот здесь так сделано. Да, сейчас покажу вам, кстати. Итак, здесь остров, он не считается островом, но чуть маленький. Это типа маяк, да, это маяк. Там внутри ничего нету, я скажу, потому что это, там ничего. Маяк построен в 1850 году, да. А тут, кстати, вот видите, вот
Дом садовника построен в 1380 году, а разрушен в 17 году 20 века. Ну, когда коммунисты пришли. А здесь дом, кстати, разрушен, потому что, ну, остатки хоть его оставили. А тут дома просто обычно сгорели. Когда, ну, при советской власти, когда она начинала делаться. Тут библиотека, построена она в 1386 году. Да. Да. Да, ну и все. Видите, маяк в каком году был построен. Здесь, кстати, мост подсвечивает туда. Здесь вот территорию хотели просто парк сделать какой-нибудь или лесок. Пока не решили делать. Здесь дома просто обычно сгорели. Церковь единственная осталась, которая осталась прям невредимой вместе с маяком. Церковь построена в 1386 году. Она построена, разрушена в 1917 году. Заново построена она в 19 году. Да. И сказать ли вот куда идти туда? У меня, кстати, оттуда сладкий деревня. Ну, а тут, видите, вот заросшее, как видите, все. Кстати, я сейчас зелье выпью, а то вам не видно. Мне саму тут не видно через камеру. Да, ну, тут дом. Просто дома был бы обычный. Построен он был в 1380 году, а сгорел он в 1899 году. Ну, сгорел случайно, да. Ну, а здесь, нет, здесь не было дома никакого, здесь, который сейчас залил уже, да, остатки его фундамент. Здесь просто река островка, да. А это, ну, как вы догадались, о чем, это дом кузнеца, конечно же. Построен в 1380 году и разрушен в 1917 году. Да, такие остатки остались. Ну, тут деревья растут, вся территория зарастает. Кстати, видите, какой овраг, да, можно сказать. Да, здесь деревья увесы, парк, типа, так сказать. Ну, а здесь указатель, то, что тут остатки деревьев. Это с вами идет вот, типа, на машине. Тут вот парковка, кто на машине ездит. Ну, а тут деревья, как вы сейчас догадаетесь, вот здесь крестик, вот. Да, а это, скажем, все за стены такие. Это сам остатки стены Кремля, да, которые остались тут. Как раз вот. Вот такие вот они вот, все тут остатки Кремля. Можно сказать, да. И вот до сюда не заканчивается. А вот этот крестик, он означает то, что тут раньше был огромный, ну, центр поселения островок, да. Здесь сейчас крестик поставлен, и все. А сейчас просто это все разрушено. А, там еще табличку вам прочитал, потому что я думаю, что-то забыл. Ну, стена Кремля. Построена в 1380 году. Разрушен в 1917 году, найдены, ну, найдены, типа, их остатки, вот, от чего, вот, говорится, ну, от чего, ну, само, найдены, короче, эти вот остатки Кремля, и вот, что нашли, то сделали, в 19 году их нашли. Ну, а здесь обычный остров, а здесь вот на горе, вот, а это все, и вот он такая, а здесь, а потом пустыня идет. Это, кстати, не остров, видите? Та-дам! Видите, здесь полуостров, можно сказать. А здесь, ну, озеро маленькое. А это деревня Ореховка. Орехово, да. Орехово, да. Видите, здесь житель вот работает. Здрасте! Привет, сосед! О, привет! Привет, Эд! Ты что, остался телевидение снимаешь? Да, тут, как тебе там, да, Лёха, да, я снимаюсь. Скажи, вот, хорошо у нас в деревне в Орехово? Ой, да, Дэн, очень хорошо у нас тут. У тебя, кстати, там дома, это всё нормально? Да нормально, по-моему, а чё там? Ну, у тебя там укоры, по-моему, уже яйца снесли, мы уже за деревья украли, эти яйца направили. Так как вы собираете мои яйца, это если мои? Ну, верните их. Да ладно, шучу. Да ладно, шучу я, ё-моё. Этот, мы их оставили, вот чё, не взяли, а что ты не берёшь? А, да берите, ё-моё. Ты что там, грядки сажаешь, что ли? Да, я сажаю грядки. А, помойте? Да не особо, чуть не осталось. А, ну ладно. Мэр, кстати, мне не вызывает там ничего. Да не. Да не, он говорит, то, что там, привык, то, что ты уедешь, останешься, и он, короче, этот, ну,
привык уже, короче, он тебя даже не вызывает, он, ну, зарплата даже не платит тебе, но все равно чуть платит. Да, это хорошо, я знаю. Ладно, давай, Люк, да, пока. Давай, хорошо работать тебе. Да и нормально живи. Своей семьей. Спасибо, Дэд. Ладно, я пойду работать дальше. Вот, давай, пока. Пока. Пока, Люк. Это Люха был мой сосед. В том доме живет. Да. Обычная деревня, кстати, вот. Здесь асфальтом, кстати, закатали. Колодец, вот. А это, кстати, мой дом, да, кузница. А здесь вот мой огородник, можно сказать. Да, видите, житель вот. Вот его жена, как говорится, житель вот. Да. Это мой просто... Ну, житель просто у меня берет там, просто, ну, иногда заходит ко мне, там, не взяли мне ничего, да. Здесь кровать я все не люблю, да. Ну, здесь кошечка. Ну, за кошечкой понимается, да. Да, житель? Да-да. Видите, он кинул даже. Да. Слава у меня. Да. Здесь грядка вот. А вот здесь, кстати, развязка вот. Да, вот. Сечка маленькая. А здесь магазин. Да. А вот скажите, что это за рельса? А здесь трамвай ездит, да. Трамвай маленький ездит. Маленький. Тут житель он магазин. У него магазин. Ладно, давай, Петрович. Чё? Мне ничего не надо. А, да хорошо, да. Ладно, иди. Все, спасибо. Петрович. Там работает у нас. Здесь видите, как у нас раз больше становится. Да, странно как-то страшнее выходит, да? Это запах. Газпром тут у нас. Ну, обычное здание. Это. Да, трубы вот там, запах ничего нету. Да. Сейчас вам покажу, что внутри находится тут. Да блин, на ТЭД. Кстати, выпуск сейчас самый большой не станет на канале, да. Ну, тут что? Тут... Вот тут, можно сказать, тут эти парилки, где вот они тупят это тепло. Потом они там по трубам уходят и все. Здесь директор сидит. Это сейчас я впервые сделал компьютер. Компьютеры сам, да. Я впервые... компьютер впервые сделал, ага. Впервые, видимо. Сейчас вот выйдем так вот, блядь. Здесь это где вода нагревается на любого уровня. Вот, кстати, где пути эти выходят. Они по земле просто идут, там места не было. Вот здесь вот эти вот еще депо, да, вот место. Короче, мы идем. Ну, это станция Ореховский, да. Это здесь Ореховские поселение называется. Еще вот выход, парковка. Здесь дома пиковские, ну, шпик строится все. Да. Да, дорога идет, мост, типа, чтобы дорога не показалась так делать, да. Здесь вот озеро, типа, карьера, можно сказать, да. Здесь еще одно озеро маленькое. Да, да. Сейчас мы летим, тут озеро еще одно. И вот на границе с этими проводами заканчивается, ну, наше путешествие сегодня тут. Ну, не само вот видео заканчивается, а район сам, да. Дальше мы не летим просто. Да, как там вот храм, да. Здесь вот, знаете, указатели тут. Это, да, понятно. Там, кстати, в храме... Сейчас мы слетаем, что там... Там, кстати, вот заправка это от нефти, да, вот. А туда вот морскую долину идет там деревня, покажу ее тоже. А там Люберц. А это уже оттуда Люберецкого района просто. Я вам просто покажу, что тут именно... Что тут именно в храме там. Да, ну, как обычно, тут у нас встречают это возвышенность. Да. Сейчас я... Остановись. Ребят, кстати, не волнуйтесь, смотрите, видите? Ха, видите, я убрал ее. Да. Вот так. Выпьем зелье. Это не видно вам ничего не было. Видите, здесь вот, ну, опять, видите, алмаз на конском броне. Ну, что тут? Обычная книжка. Здесь вот драгоценности. Да. Думаю, это сейчас там взорвется, а нет. Я там давно уже сделал, обезопасил. Да. Да. Ну, там заправка от нефти, тут провода не идут туда, в морскую долину. Но потом не заканчивается. Там заправка от нефти. Так, сейчас летим, морская долина.
Да, тут озеро, оно большое озеро, потом оно в речку превращается. Тут дорога идет до Москвы долины. Это она заканчивается, ну, старался москать, да. И вот здесь вот Москва долина, вот деревня. То, что я назвала, почему Москва долина, почему еще. Долина, она, потому что она далеко от Комсомольска, да. Но морская, потому что она на воде, кстати, на морской воде. И тут, кстати, я нашел еще этот вот подземный храм, да. Да случайно нашел. И, кстати, рядом с станцией Баррикадная на кольцевой линии. Я там нашел тоже еще один такой же храм. Да, сейчас мы посмотрим, что это. Да, ты сам не смотрел, вот еще. Вот сам не знаю, что тут есть. Здесь вот тут центр храма. Не сказать, да. Всех этих я убил, страшно. Да не все эти. Не мирные. Мобы я, кстати, мирность включил, потому что не мирная. Почему? Да. Нам главное бы сейчас вылететь бы. Да, вылететь бы сейчас. Здесь так много типа. А здесь у нас. Да, здесь храмы типа у нас. Да, жить, конечно, что я здесь ничего не вижу в воде. Главное не запутаться бы. Видите, вот я делаю. Сейчас, подождите. Ребят, что я сейчас заметил? Здесь стоят губки. Откуда здесь губки, мне интересно. Просто, да. Откуда здесь губки-то, интересно? Вообще прикол самый. Ага, губки. Старые, блин, такие губки стоят там и все, и так далее. Ой, ой. А, это что? Блин. Блин. Я же хочу наверх. Наверх, ну, не надо их просто. Как-нибудь наверх пойти-то. Здесь есть хоть проход наверх, блин. Комнаты какие-то, блин. Капуста реально, блин. Здесь хоть. А где хоть центр храма-то, блин? По-моему, вот здесь, да, наверное, центр. Как-то вылетает потом. Вот здесь, наверное, центр храма был. Был. Был, наверное. Так, надо сейчас найти выход. Да, понятно. Вот там внизу. Сейчас, ребят, найду выход. Сейчас, ребят, я, ну, уже ближе к городу подлечу, к Комсомольску, сейчас покажу. Кстати, да, проход от нефти уже, да. Такие уже эти, вот. Вот заправка, обычная заправка. Здесь вот морской долинский район заканчивается, здесь Комсомольский район. Вот начинается, ну, городского Комсомольского. Писать дорогу еще ничего не делал, тут вот сюда одна будет соединена. А это трансформация будка. Да. Здесь, короче, обычные пиковские дома, кстати, вот, вон, видите, там эти рисунки, типа. А здесь автобусы останавливаются, да. Да. А здесь вот вода тоже, тоже сделана вода. Здесь пиковские дома обычно. Здесь, кстати, раньше было в три блока. Не в два было, в этот. Сама дорога потом я расширил. Ну, а здесь парк обычный, хотя здесь раньше были горы, здесь теперь я парк сделал. И первый ларек в городском округе мороженого. Да, с 9, ну, здесь 9. Жители обычно продают. Ну, это магазин, да, да, можно сказать. И, кстати, военная база раньше была в поле, да, конечно, не было еще здесь самого вот района, ну, и все. Так, ну, здесь магазин, да, просто обычный магазин, вот, видите, вдали. Да. Ладно, надо побыстрее заканчивать, это тоже хочу. А здесь что произошло, прости. А здесь погиб один этот автомобилист, и вот ему памятник родственник поставили. Вот здесь он еще. Вот, ограждение стояло, он вылетел. Здесь ограждение все. Да. А здесь обычная заправка бензин. Типа, да. Здесь, вот, сколько стоит этот. Неизвестно, как он стоит просто. Ну, здесь указатель, это разведка тут. Вон, мостик тут. Тут, кстати, дорога. Вон, там, кстати, хлебзавод. Хочу сказать, да. Хлебзавод. Хлеба хочу. Да. Ну, что, обычный хлебзавод там.
Хлебзавод, ну, сами можете придумать, как сделать. Да. А это, кстати, чё спросил, это чё за синяя сучка? А это я просто показываю, как ехать нам. Как ехать. Угу. Вот, ну, развязка, да, можно сказать. Обычно, газпромская заправка, вот. Это вышка, просто я не знаю, как это сделать, просто так делаю. Слесок. А это Макдональдс, да. И в районе... В Фили тоже есть Макдональдс. Ну, сейчас время вкусная точка просто. А у меня по франшизе они. По франшизе работают. Да. Здесь обычный Макдак. Здесь вот веранда эти летние. Здесь вот МакАвто. Ну, а здесь вот кухня. Вот это сама все. Да, они там кухня работают. А здесь должен был какой-то ресторан еще открыться. Но не открылся еще пока. Угу. Ну, а здесь наш район заканчивается, да. У нас заканчивается этот район весь. Ну, ребят, хочется сказать, вот по этим проводам наш район заканчивается. Ребят, всем, ну, спасибо, хоть, что посмотрели этот видеоролик. Сейчас мы полетим еще одно место, я покажу вам последний косяк. Здесь от хлебзавода идет железная ветка. Да, она заброшенная, ребят, скажу. Здесь она вся заросла уже деревьями, а здесь она осталась так. Здесь вот заброшенная ветка осталась просто, да. Советского Союза еще когда-то деревня здесь была. Здесь ветка шла просто от этого. Здесь просто тогда поле было еще, они тогда ветку строили. Вот здесь такое поле было. А здесь потом это заросло, это все вот... Ветка осталась. Раньше ветка шла просто... Здесь были поля какие-то. Город рос. Рос и вырос. Да. Раньше здесь потерялись, только одни были, и все. А здесь раньше только поля были. Ветка была, только потом ее разобрали. А здесь вообще склон потом обрушился. И вот ничего не осталось. Вот такой вот склон остался. Ну, а здесь островок. О, как и все. Это река островока. Да. Ребята, ну а здесь, скажу, здесь заправка Лукойл, кстати, она, кстати, маленькая самая. Ну а здесь электростанция, да, здесь электростанция просто комсомольская. А здесь лес, типа, ну, это лес, типа, да. И здесь то, что, ну, песок. А здесь потом будут сносить тут и строить, да. Тут же маленький лесок, и здесь тоже, ну, обрыв. Ну что же, ребят, хочу сказать то, что спасибо то, что посмотрели меня сегодня. Ну, а с вами был Дэн и Миша. Дэн был с вами. С вами был Дэн на канале Дэн и Миша. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Дэн. Всем пока. Пока.